Друзья, многие на колесах в комментариях просили что-нибудь снять про автобусные полосы. Вот поэтому сегодняшний выпуск посвящен именно этой теме. Поехали, ну! Блин, что ему надо, офигеть, а? Здравия желаю. Здравствуйте. Капитан Жумотаев. Да здрасте, здрасте. Пусть хочу, мы все знаем, а нарушаем, а? Че я нарушил? Как че нарушил? Ты где сейчас припарковался? Где у обочины встал, ну? У обочины, а на полосе на это че написано? Че написано? А? А? Офигеть, Жумотаев, чего вы на автобусы уже ночь не работают, а? Знаешь, автобусы не работают, а мы работаем, несем службу. Ты смотри, сколько припаркованных на этой полосе, с этой, с той стороны. У меня работы непочатый край. Я всю ночь здесь, между прочим, буду портмоне заполнять. Ой, портмоне, говорю, протокол заполнять. Постоянно путаю портмоне и протокол. Офигеть, а Жумотаев, чего вы быстро остановиться? Вон донерку хочу купить просто. Кушать хочу, понимаешь? Знаешь, остановился, нарушил, да? Я тоже кушать хочу, а? О, как раз, сейчас секундочку подожди, Русь. О, капец, уже оформляет кого-то, а. Так, Русь, что мы там, на чем с тобой остановились? Я говорю, вообще капец, вот эти автобусные полосы по всему городу сделали, ездить невозможно. Ладно, вот на этом отрезке, то люби, вот раньше было 3 полосы, да? Автобусы вот так вообще ездили. Сейчас отдельную полосу сделали, и все, автобусы вот так же, они вот так же все равно ездят. Вообще не роляет эта полоса, зачем ее установили, а? Не знаю, Русь, зато пешеходы быстрее до дома добираются на общественном транспорте. О, они быстро добираются, а мы в пробках теперь стоим, ну. Ой, мне нравится, а. О, видишь, еще один, а, сейчас, секундочку, Русь. Ну, елки-палки, ну. Так, Русь, что ты там говорил, а? Я говорю, вот эти автобусные полосы по всему городу вообще вот навставляли, серьезно, ездить невозможно. Смотрите, по автобусной полосе должны ездить только автобусы. Все, да? Правильно, да, потому что если кто-то другой будет ездить, любая другая машина, штраф 5 МРП. Правильно. А если в течение года 2 раза он это сделает, то штраф 10 МРП, я права у него на пересдачу забираю, понятно? Все правильно. Ну знаете, вот эта ваша автобусная полоса все равно не работает. Все равно обычные машины вот так объезжают пробку, вот так вот ездят они, ну, по ней. Ну так и правильно они делают, а мне нравится эта полоса. О, видал еще один, а? Офигеть, а. На чем мы тут с тобой остановились, а? Я говорю, все, я поеду уже. Какой поедешь? Ты что, ты только клев начался, а? Ты у меня сейчас как блесна. Ты даже не блесна, ты знаешь, ты круче. Ты вот этот силиконовый, который хвостик болтает. Ты воблер, во-во. Что вы говорите? Я тебе говорю, плохой пример заразительный. Вот ты нарушил, за тобой видал, сколько стали нарушать, а? Не уезжай, а? Во, видишь, еще один подъехал, а? Блять, а. Что, Русик, говоришь, уехать, да, хочешь? Конечно уже, что? Ну давай, что, протокол за твое нарушение составим, сейчас есть МРП, потом выплатишь, как положено. Конечно, да? Если нарушил, давайте, ну, составляем протокол. Блин, протокола закончились, а. Ну ты, мастёва, а тебе прям везет на это. Конечно, везет всегда. Слушай, давай на первый раз тебе устное замечание сделаю, да? И чтоб сейчас в отделение не ехать за вот этими документами, да? Маленькую услугу мне сделаешь, а? Какую, что? Вот это на один день дай свою вот эту жилетку и кепку погонять, а? Зачем? Ну, я просто хочу на Хэллоуин тобой нарядиться и тобой все отделение попугать, а? Нет, ты че, на это не подписывался, я серьезно. Да, подпишись, Русик, а. Да нет, я не буду. Ну, нормально же общались, что там начинать? Нет, ты серьезно. Да сейчас я в отделение за портмоне поеду. Ой, этот протокол поеду. Какой ты сюда, вы же там. Нет, я тебе серьезно. Да ну ты че начинаешь? О, начинается. Хватит музыка дальше. Смотрите, музыка какая играла.